Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 4. За 50 секунд токарь изготавливает одну деталь. Сколько таких деталей он изготовит за 3 часа, если будет работать с такой же производительностью? В одном часе 60 секунд. 60 минут. А в одной минуте 60 секунд. В 3 часах у нас получается 180 минут. 180 умножив на 60 мы получим. При умножении круглых чисел в столбик мы записываем числа под числами, а нули справа от данных чисел. И начинаем умножение, не обращая внимания на эти нули. 6 умножить на 8 получается 48. Мы записываем 8, а 4 запоминаем. 6 умножить на 1 будет 6. Прибавив 4, мы получим 10. А теперь посчитаем. У нас два нуля было записано справа. Все эти нули мы переносим в ответ. Пишем два нуля справа от получившегося числа. У нас получился ответ 10800. Столько секунд содержится в 3 часах. Так как одну деталь делал токарь за 50 секунд, то 10800 мы разделим на 500. 10 сотен делим на 5. Убрали по одному нулю в делимом и делителе. Берем по 2. 2 умножить на 5 будет 10 и 0 в остатке. Сносим 8. 8 делим на 5, берем по одному. 3 в остатке. 30 делим на 5, получаем, берем по 6, получаем 30. Ответ. 216 деталей. Столько изготовит токарь за 3 часа. Ответ. 216 деталей. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.